Всем огромный привет, рада всех видеть на моем канале. У меня просто сегодня шикарное настроение, моей радости нет предела, как всегда. Я получила два заказа компании Доктор Пьери Ко, и мало того, что продукты мне все понравились и подошли, так еще и были просто крутейшие подарки. И первое, что я заказала ради того, чтобы получить классные подарки, я приобрела себе вот такую вот сыворотку. Эта сыворотка выглядит вот так вот. Упаковочка у нее вот такая вот, вся зеркальная. Бутылечек, переверну снизу, открыла. Бутылечек у нее пластмассовый, такой простенький. Она стоила, ну, со скидкой 1260 рублей, достаточно небюджетный продукт. Здесь есть такая помпа, откуда выдавливается средство. Я не буду нажимать. Я сейчас попробую открутить и показать вам, что же это такое. Расклаживающий флюид, сияние и детокс. Вот этот флюид вот такого какого-то жемчужного цвета. Он розовато-золотистый. По аромату пахнет специфически, так же, как и вся продукция Доктор Пьери Ко. Приятно, распределяется легко, наносится перед нанесением макияжа. Я читала про этот флюид, что он дает некую липкость, но я вам скажу, эта липкость исчезает буквально на 3-4 минутке. Вот сейчас я нанесла, и вот уже липкости никакой нету. То есть липкость мгновенно исчезает. И сыворотка, она работает действительно, мгновенно разглаживает и дает именно то сияние здоровое, в котором нуждается наша кожа. Следующий товар из этого заказа, у меня был заказан сухой шампунь. Первый раз я услышала, мне позвонила девушка-оператор и предложила сделать заказ по телефону. Ну, я как-то отказалась, потому что мне нужно было подумать. И она мне сказала, вы можете заказать вы можете заказать сухой шампунь. Я даже не знала, что у доктора Пьери Ко есть сухой шампунь. Этот шампунь с эффектом объема. У меня такой шампунь обычный есть. Просто великолепный продукт. Шампунь я не пробовала еще сухой, у меня есть в использовании. Он полностью весь покрыт слюдой. Ну, я думаю, что он достаточно хорошо будет работать. Обязательно покажу в пустых баночках. Стоит он небюджетно, 760 рублей. Вы знаете, обычные шампуни для мытья головы стоят примерно точно так же. И они, поверьте мне, оправдывают ту стоимость, которую заявляет компания Доктор Пьери Ко. Промывают отлично, превращаются в мусс. Ну, в общем, просто великолепные средства. Это, наверное, у меня был такой первый заказ. Хотя нет, еще у меня в заказе был вот такой вот лак. Он прям вот настолько красивый. Я, конечно, сейчас открывать не буду, потому что у меня в использовании достаточно много лаков. Но именно здесь достаточно симпатичный такой оттенок. Розовый жемчуг, по-моему, он называется. И он, этот лак, тоже достаточно небюджетный. Даже розовый, жемчужная роза, вернее, он стоит 390 рублей. Это, ну, кто покупает за 5 мл, это дороговато. Хотя в компании Vrache практически такого же качества, даже, наверное, такого же качества все лаки. Еще в моем заказе была вот такая вот точилка. Я несколько раз заказывала в разных компаниях, вернее, мне даже приходили в подарок точилки, но я их называла то строгалки. Но у меня девчонки постоянно в комментариях исправляли. Девчоночки, ну простите меня уж, пожалуйста, где-то можем мы и ошибиться. Конечно же, это точилка. Она вся полностью запакована. Не знаю, стоит ли ее открывать. Мне кажется, что это
просто обычная точилка, написано «Доктор Пьерико», ничего такого сверхъестественного для большого и для стандартного карандаша. Мне как раз нужна была точилка для большого карандаша, потому что у меня есть один карандашик, и я его все никак не могу приобрести точилку, чтобы подстрогать. И именно эта точилочка, она мне обошлась 300 рублей. Ну, тоже, конечно, дороговато. И мой must-have, который я подглядела у блогера Елены. Леночка, тебе привет. Она постоянно заказывает продукцию от компании Dr. Pierre Co. Говорит, больше никакими товарами пользоваться не может. И я увидела у нее вот такую новогоднюю лимитку. Это тени для глаз. Они называются... Набор для макияжа глаз «Золотое трио». Стоили они тоже достаточно небюджетно, 1160 рублей. Но когда я увидела даже на камеру, какие это оттенки, я была в таком диком замешательстве. Я быстрее зашла на сайт, но почему-то их на сайте не было. И они у нас появились практически на месяц позже, чем вот когда показала Леночка. Конечно, тени made in France, но я так, конечно, сейчас открою, покажу поближе. Здесь зеркальце и вот такие вот тенюшки. Очень красивые оттенки, прям просто великолепные. Мне кажется, они подойдут совершенно... для любого случая. И когда я увидела вот эту красоту у Леночки, я была вообще в диком таком, не знаю, я хотела быстрее их приобрести. Посмотрите, какое мерцание. Это просто, они переносятся, посмотрите, как они остались на пальчиках. Вы знаете, для меня это, наверное, все-таки какой-то такой эффект бабочки. Я помню, мы в детстве ловили бабочек, и у них была такая пыльца, которая вот давала вот такой вот блеск. Не знаю, для меня это что-то такое. У меня, кстати, нету ни одних таких теней, которые бы давали именно такой блеск, хотя те, кто меня смотрят, знают, что я просто фанат всяких различных теней, я ими пользуюсь, и я их просто обожаю, различные тени. Вот такой у меня был, в общем-то, заказ. И тут получается 1, 2, 3, 4, 5 продуктов. Ну а теперь, наверное, к подаркам. Подарков было больше, чем самих продуктов заказанных. Первое, наверное, и самое главное, что мне пришло в подарок, это за каждый заказ 2 парфюмерных водички, которые каждая стоила... по 3300 рублей. Представьте, вот такие водички получить в подарок. Это, я не знаю, действительно, тут не найдется никаких слов. Тут просто счастье. Я специально открыла обе упаковки, чтобы показать вот это вот богатство, этот флакончик такого красивейшего дизайна. Конечно же, одной водичкой я сейчас уже попользовалась, а вторую водичку я назад запакую и подарю в подарок своим родственникам. Они любят тоже парфюмерию. В общем, жадничать не буду ни ложить в какие запасники, просто подарю, чтобы сделать кому-то радость. Скорее всего, даже это будет мама, может быть, сестренка. Ну, скорее всего, мама, потому что она просто обожает сейчас тоже водички Dr. Pierre Co. И фанатеет по ним так же, как и я. За заказ от 1900 рублей мне пришли 2 вот таких бальзамчика. Сейчас, кстати, на сайте можно заказать. Это предложение с вот этими водичками и с такими же бальзамчиками действует до сих пор. Один бальзамчик я сейчас открою, а второй не буду открывать, тоже обязательно кому-нибудь подарю. Вот так вот он выглядит. Извиняюсь, просто на улице темно, раннее утро, и освещение, конечно, сильно такое яркое, и поэтому не сильно хорошо видна продукция. Вот такой вот бальзамчик.
так вот он выглядит, вот такой, вот такого цвета. Хотя написано, что это бесцветный, он имеет свой оттенок такого какого-то винно-вишневого цвета. На губках он ложится равномерно, придает губкам даже, я так бы сказала, объем. Можно его наслаивать, он не течет, ничего. Красиво смотрится. Сам бальзамчик вот так вот выдвигается. Похож чем-то на помаду Ив Роше. У них тоже такая специфика. Видела у Оксаночки Плохих вот именно такую помадку. Захотелось мне сразу карандашик, помадку-карандашик. И тут как раз удалась такая акция заказать себе бальзам-карандаш бесплатно. В один заказ я вбила код привилегию. Мне пришла именно рассылка, что вы можете вбить код привилегию и получить совершенно, совершенно бесплатно за 1050 рублей вот такую вот тушь доктор Пьер Рико. Ну, я, наверное, уже не буду здесь увеличивать. Здесь называется тушь объем, чтобы не задерживать время. В общем, у меня есть тушь маленькая другая. Это тушь черная Black. Я тоже эту тушь кому-нибудь передарю, потому что у меня есть тушь доктор Пьер Рико. Она мне нравится, она меня устраивает. Она имеет фибровую щеточку, классно наносит, распушает реснички. И, в общем-то, конечно, туши тоже достойнейшие в компании доктор Пьер Рико. А второй подарок я ввела код привилегию и заказала вот такой вот наборчик. Здесь все достаточно красиво упаковано в мешочек из органзы в стиле доктор Пьер Рико, такого сиреневого цвета. Даже бумажка сиреневая, посмотрите. Они не поленились, даже положили сюда сушку, что тоже не может не радовать. И посмотрите, какая прелесть. Я не помню, как называется этот браслет, но что-то с сердцами или, по-моему, сила сердец или что-то на день рождения, какие-то сердца. Но просто такой классный браслет. У него вот такая интересная застежка. Она вот так вот просто просовывается в это колечко. И вот так вот это все выглядит. Снимаю видео, потому что дочь сказала, снимай побыстрее видео, и сегодня я одену этот браслет в школу. Ну, поэтому я быстрее снимаю, чтобы вам показать и, конечно, отдать этот браслет владельцу. Он подходит на руку и взрослого, и ребенка. Ну, конечно, очень такой достойнейший браслетик, такой увесистый и, что самое немаловажное, он красивый. И еще мне в подарок прислали, как всегда, доктор Пьер Рико присылает такие увесистые пробнички. Это дневной крем. Мне приходил такой крем в саше. И вы знаете, вот слышала о нем отрицательные отзывы, но мне этот крем просто понравился. Мне и запах понравился. Знаете, открывать сейчас не буду, но просто очень много в использовании кремов. Сейчас я немного тормознула и решила маленечко притормозить и использовать то, что есть, а потом уже буду открывать следующее, потому что все портится и приходится много выкидывать. Вообще, как заявлено в фактурке, вот эти маленькие кремушки, они стоят каждый по 400 рублей на сайте. Но если компания Доктор Пьер Рико заявляет, значит оно так и есть. Давайте теперь посмотрим фактурки. Вот она первая фактурка. Вот тут я заказывала тени. У меня вышел заказ на 1919 рублей. И браслет с подвесками 350 рублей. Это код привилегия. И второй заказ, который я действительно не удержалась и заказала из-за туши, потому что по коду привилегию давали именно тушь подарок. И, конечно, хотелось получить еще именно вторую парфюмерную водичку. Вот так вот
Вот такой заказ на 1949 рублей. Конечно, пришлось потратиться в этот раз. Обычно я делаю заказы поменьше, но в этот раз ради таких подарков я даже ни капельки не жалею, что потратилась. Ну, вложили мне макулатуру, как обычно, все старое, ничего нового. Все какие-то журналы. И в Роше Восток, видно, сотрудничает с этими компаниями, которые всю эту рассылку делают. Ну, вот такие у меня были заказики. Я безумно рада. Спасибо всем за внимание, кто меня смотрел. Всем удачи, счастья, любви. До новых встреч. Пока-пока.